Стас Бугаран. Вот так? Итак, Стас, поехали. Нет, вот просто сначала да. Ты представляешь, сам я такой-то такой-то. Пусть горы. Вот такое состояние. Сюда говори. Да. Все, пишется, да? Все, я Стас Богорат, группа Минтрейдерс. Одна из самых лучших групп в мире. Это Леша басист, это Игорь барабанщик. Играем с 89-го года. И, блядь, что вам еще сказать? Ну, спрашивайте, в общем, я не знаю, что вам сказать. Ты долгое время был вне пределов нашей... Да, в недосягаемости. Я был в Германии, занимался покорением Запада, теперь решил покорить Россию. Ну, все хорошо, мы получили полную известность в нашем стиле во всей тусовке в Германии и вообще на Западе. Но теперь я хочу поднять Сайкобили конкретно здесь, у нас на родине. Для этого приехал сюда надолго и надеюсь на помощь телевидения, радио, газеты всех. Общем, давайте помогайте. Покорился, да. Покорить нас. Да, поставить Россию на колени, задача. Сегодняшняя такая, акция, которая называется «Первомайский ужас». Да. Что такое «Первомайский ужас»? Да. Ужас? Не знаю. Вот, в первую очередь, это съемка группы Минтрейдерс, я считаю. Сегодняшний концерт. Мы сегодня будем под фанеру записывать ролики. Я не знаю, как это назвать, концертом или нет. Но, может быть, мы сыграем несколько песен живьем. Я не знаю. Ну вот, в общем-то, спрашивайте. Может быть, что-нибудь интересное по поводу 1 мая? Ну, я не знаю, ненавижу этот праздник. Слава богу, что в этот праздник мы будем заниматься делом, близким духу нашему. Вообще, коммунистические праздники ненавидим. Поэтому и да. На самом деле, буквально не так давно папой, так сказать, Пупкиным было высказано мнение по поводу того, что первомайский праздник не является коммунистическим на самом деле. Он является рабоче-крестьянским чумазым праздником. И мне он не нравится. На самом деле его придумали американцы. Да, чумазы американцы. Было утверждение, что его придумали действительно американцы, но не суть на самом деле. Как вы считаете, сегодняшний концерт будет достаточно интересным? Да, я уверен, что будет очень много народа, особенно наших фанатов. Все хотят прийти. Я буду посмотреть именно вас. Да. Да, да, конечно, я просто тащусь от этого. От чего? Когда много публики. Нет, да я тащусь от того, когда много публики, когда публика меня хочет. Вот это мне очень нравится. Да, я ее тоже хочу. То есть у вас такое полнейшее взаимопонимание. Да, да, агрессия, да, любовь, да. Ну что можно сказать, с праздником. Спасибо большое, удачи. Пока. Нормально, хорошо, так. Вот ты пока отдёрнешь!